Люблю читать вот эту вот вещь, потому что это единственное стихотворение, которое написал на оригинал, написанный местной жительницей Галина Печура, написала: «А в твоем невинном взгляде глубина и чистота, но зачем-то притаилась вдруг пороченка у рта». Вот, и подумалось сразу, что пороченка – это класс как бы целый, как и пороки, они могут быть разные. И я просто попытался пофантазировать на тему, какие могут встретиться виды этих пороченных у разных людей. И у меня получилось стихотворение, которое я назвал «Особые приметы». «Я, едва закончив школу, полюбила паренька. Он был то ли гинеколог, то ли шофер грузовика. Он любил уху и студень и болел за ЦСКА. Только жаль, имел занудинку у левого виска. Повстречала инженера, эталон моей мечты. То ли из Рио-де-Жанейро, то ли из-под Воркуты. Под его невинным взглядом я забыла все табу, но заметила вдруг садо-мазохистинку на лбу. Я любила Ясаула, не боялась ни черта, только все перечеркнула шизофрененка у рта. В миг интимного общения возле проруби в реке у него я извращененку узрела на щеке. Повстречала одногодка из соседнего села. У него на подбородке алкоголинка была. Сам он был не глупый малый, без намека на шизу. Я не сразу увидала педофилинку в глазу. Наконец-то, Богу слава, я нашла свой идеал. Он в душе моей по праву занял высший пьедестал. У него, что интересно, одного из многих тысяч, на носу простой и честный, благородный, милый прыщ».